Приветствую вас, друзья! Приветствую вас, интернациональная аудитория! Как обработать камень для мостовой? Этот процесс делится на несколько частей. Итак, берем любой камень. Вот, возьму вот этот, допустим. Что нам нужно сделать с этого камня? Что нам нужно понять? Вот смотрите, здесь есть лицо. И здесь. Я выбираю это. То есть, в первую очередь, это выбрать, что у нас приблизительно будет лицо. Бывает так, что начинаете обрабатывать, и потом необходимо просто поменять лицо, потому что что-то вышло лучше, чем вот это. В данный момент я беру вот это. Почему именно это лицо? Потому что оно самое ровное. Здесь даже ступенчатый, как ступенчатый камень. Теперь мне необходимо сделать контуры нашего камушка, нашей мостовой или дороги. Я начинаю отсекать все лишнее. Все лишнее я начинаю отсекать. Я убрал все лишнее. Ну, вот здесь немножко еще есть. Это можно потом убрать. Чтобы камень встал на свое место. Вот. И теперь я создал скелет камня. Вот он, скелет. Его можно и так поставить. Если вот так разобраться, он нормальный камушек. Он будет нормально стоять. Еще если правильно положить. Но нам надо сделать шедевр с этого камня. Я убираю все острые углы. Иногда люди спрашивают, какая сумма той или иной работы. Нужно в первую очередь заказчику знать, что он хочет. Или он хорошо обрабатывает с обработанного камня, или он более с хуже обработанного камня. Здесь тоже играет цена. Цена играет и очень сильно. Итак, я начинаю обрабатывать лицевую сторону. Ну вот, у меня получился мостовой камень. Как ни крути, вот у него своя, так сказать, форма, своя форма. Он ровненький сверху. Его можно поставить как ступенчатый на строительный шов. До какой степени необходимо обрабатывать лицевую сторону? Тут все в зависимости от заказа. Можно обрабатывать вот так, как я сейчас обработал ровненько. А можно хуже обрабатывать. То есть все в зависимости от цены. Если цена у вас идет от, скажем, от дневного рабочего дня, лучше всего делать на совесть, лучше всего делать хорошо, красиво, чтобы это было привлекательно. Все, я его откинул, этот камень. Он готов. С ним уже больше ничего не надо делать. Вы не смотрите, что я так быстро раз-раз-раз обработал. В основном люди, когда приходят, а особенно новички, они так мучаются, что не знают, что с ним делать. Каждый человек по-разному делает. И кто-то может делать быстро, качественно и хорошо, а кто-то из вот этой быстроты сделает такое, что и смотреть невозможно. Но если вы хотите вот вообще сделать гладко, пойдите к мастеру, который пилит эти камни, обрежьте сторону, простучите, и вам будет гладко, ровно, гладко и хорошо.
Ну, это же дикий камень, это вся привлекательность в его дикости. Стройте из камня, мастера, зарабатывайте на камне, учитесь обрабатывать, учитесь его класть, правильно класть, чтобы к вам не было никаких претензий, чтобы за вас можно было радоваться и гордиться.